Дорогие друзья и просто зрители нашего канала, сегодня мы спешим с вами поделиться снова с печальной вестью, от которой ошарашена вся страна. Буквально неделя осталась до нового 2022 года. Все ждут посмотреть новогодний огонек. Но есть одна печальная новость. Сегодня узнали, что в новогоднем огоньке не будет нашей любимой сердючки Андрея Данилко. Новогодний огонек в этом году пройдет без него. Мы пытались выяснить, в чем же причина, куда пропал Андрей Данилко и что с ним случилось. С родственниками связаться не получилось, концертный директор промолчал. Как оказывается, как сообщил нам один из близкого окружения Андрея Данилко, буквально за 2 недели до съемок новогоднего огонька Андрей Данилко отказался от участия в съемках. Что же случилось с нашим любимым певцом? И что его повергло на то, чтобы отказаться от съемок? Насколько мы знаем, недавно Андрей Данилко попал в аварию, где немного пострадал. Также перед этим он находился в больнице, так как у него нашли страшную болезнь. Друзья, давайте подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить наш новый выпуск. О новом выпуске мы постараемся узнать и рассказать вам, что же действительно случилось с Андреем Данилко и почему он отказался от съемок на новогодний огонек. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.